смысле ты пистолет отдала? Все в порядке, бро. Ах ты мразь какая, блядь, очкастая, сука, глиста. Клем, господи боже. О боже, мать, нам надо уходить. Просто оставь ее. Еще одна мразь. О боже мой, Клем, что вы натворили? Всем привет, с вами Игорь, это канал Black Cosplay. Мы продолжаем The Walking Dead, как давно его не было. И вот он опять появился, потому что... Да, я в порядке, я дам тебя знать, когда захочу выбиться из сил. Хорошо, но тогда не забудьте сказать. Насколько долго? Рядом, совсем рядом. Ты мне это говоришь каждый раз, когда я спрашиваю. Пожалуйста, идем. Я начинаю думать. Сзади. Какого черта? Кенни. Все, сожрали Кенни, да? На. Черт возьми. Было близко. Урод появился буквально из ниоткуда. Это было громко. Надеюсь, больше их не будет. Ладно, идем дальше. Нам незачем знать, что здесь происходит. Здесь по-прежнему опасно. Идем. Как много они болтают. Обязательно ставь лайк, комментарий, если ты забываешь. Это поможет каналу расти. Вот. А мы продолжаем. Это кусок дерьма? Он же недостроен. Но это ж дом. Он не обманул. Мы здесь, чтобы забрать припасы, не ради. Там тепло, у камина. Если там есть еда, какая разница, как он выглядит? Ты заговоришь по-другому, когда парой другой чего? Мы пойдем прямиком вперед, по льду? Может быть опасно. Я не вижу других вариантов. Говори по-английски, тупица. Порядок, идем. Лед. Кроме шуток, лед это проблема. Медленно, медленно. Я иду первым. Если мы пойдем потихоньку, может и обойдется. Да, не нужно торопиться. Надо рассредоточиться для безопасности. Чем меньше нас в одном месте, тем лучше. Пусть русский идет первый, раз он так уверен. Порядок. Кенни прям становится какой-то прям жесткий, неуправляемый. Ненависть у него прям... Знаешь, ненависть у него через край идет, хотя... Хорошо то, что он ее вымещает на чужом, а не на своих. То он всегда на своих вымещал в прошлом сезоне. Так, кажется, что-то... Да нет, мы идем, мы уже перешли. Мы уже перешли, все хорошо. Уже другой конец... Конец города. Конец берега уже другой. Все замечательно. Опачки. Okay. А вот это уже плохо. Все в порядке. Не беспокойся. Так. А вы могли еще дальше? Надо дальше было рассредоточиться. Сзади нас ходячие. Их совсем немного. С нами все будет. Давайте... Что? Быстрее hey, к дому. Эй, останься с нами. На, нахер. Черт. На двоих меньше. Мы не можем сбиваться в путь. Охереть, он побежал. И этот побежал. Вы сейчас, сука, все убьете нас. Назад, кусок дерьма. Красавчик. Не... Кенни, не беги. Все побежали. Абсолютно все. Красавчики, блядь. Вы чуть не убили нас всех. У нас мало времени. Бля, эти нормально идут. Опа. Опа. Кто-то много жрал и не говорил. Ляж. Не подходи сюда. Ляж на лед. Я справлюсь, все хорошо.
Уверен? Да. Надо лечь, наверное, чтобы рассредоточить вес. Тебе тут ходячий для нас двоих слишком... Я просто буду осторожна. Ляж, сука, ты улегся. Все, ляж. Ляж и ползи. Так, ходи, так. Уходи оттуда. Люк, да, Клем, как раз этим занимаюсь. Ты должна помочь. Нет. Ты прав, Клем, иди. Иди помоги. Нет, Клем. Да иди ты, ты что, сама иди. Клем, посмотри на меня. Достань оружие и стреляй этих чертовых ходячих, поняла? Дай мне немного времени. Хорошо. Прикрыть. Я прикрою, нельзя. Спасибо, спасибо. Я вывернусь через руку. Просто продолжайте стрелять. Где? На. Клем, ты чё? На. На. Куда ты лезешь, дебилка? Куда ты, сука, лезешь, блядь? Он бы сам выбрался. Дебилка. Вот реально, дебилка. Сука, он сказал выберется, он выбрался бы сам, блядь. Люк. Давай. Давай, давай, слишком поздно. Нет, не поздно, нормально еще. Да давай ты уже, пробей этот лед. Молодец. Пробила, блядь. Красотка. Че, он все? Да, он походу все. А вторая? Черт, 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 черт. Все в порядке с тобой. Брррр, блядь. Брррр. Ничего, идем. Это все из-за нее, блядь. Я тебе реально говорю, это все из-за нее. Корена полезла туда к нему, блядь. Лось десятитонный, блядь. Что за хрень произошла? Да ничего хорошего, блядь. Тупорылая, блядь, овца. О боже. Он бы выбрался, надо их согреть, они замерзнут насмерть. Это стоит, блядь. Ля, я уже посинела. Я уже синяя, блядь, нажралась. Его больше нет. Черт возьми, Люка больше нет. Так, это... Так. Все, слишком быстро произошло. Никто не виноват. Все произошло слишком быстро. Когда лед треснул, никто из нас уже ничего не мог сделать. Да он бы выбрался, если б не эта... Дебилка, ты могла помочь ему. Ты могла не ходить, блядь. Не слушай, Клем, ты не виновата. Это ты виновата, а не я. Ах ты сукин сын, это твоя вина, урод. Да, ну, блядь. Давай отвлечем, я замерзла. Давайте просто разведем огонь. Посмотри на это место. Просто свалка всякого хлама. Это мифические припасы оказались чушью. Что? Моя твоя не говорить по-английски? Пошел нахуй. Молодец, бля. Ты вонючий коммунист. Ты че, дурачок, блядь? Такое говорить, блядь, запреток. Так, да, блядь. Сука, отпусти его. Кенни, прекрати. Разведи огонь, су... Ля, он слушает ее. Просто прекрати. Сука, сказал, я замерзла. Хера ты его бьешь, иди, блядь. Отломай доски от этого вонючего дома, да разведи мне костер, ты, блядь, добытчик. Что, потерял вкус к таким развлечениям? Ты чё, охерел, блядь? Что ты с ним сделал? Я нашел еще один такой же, он не врал. Объясни мне, как банка чили поможет спасти от голода ребенка? Как каким муракам-то помочь то, что ты сделаешь? Это твоя вина, и ты это прекрасно знаешь.
А мы уже синие, они болтают, а мы, блядь, синеем. Я свяжу его. Отлично. Майк, помоги мне развести огонь. Ты в порядке? Майк. Ему правда стоит. Майк. Да, да, хорошо. Всем насрать, что мы сейчас замерзнем. Вот абсолютно, блядь, охеренная компания. У тебя есть... что? Свет? Я думал, у меня есть спички. Что у меня есть? У меня что-то должно быть. Но оно промокло. Ты его сохранила? Кого, блядь? Серьезно, так можно было? Чем она это сделала? Шпилькой? Вот это придурочное, из-за нее все. Ну а Клементине надо было ударить побольше. Тогда бы и этот спасся бы, я думаю. Ну типа я сделал все правильно. Ну я пошел бы и лед бы треснул бы. Давай-ка я закрою. Че? Господи. Он мог тебя убить. Да что с ним не так? Ты проснулась? А я поставил таймер. Кенни на заднем дворе пытается завести кого? Машину? Конечно, не поставил. Вот тебе надо что-то, да. Так, я думаю... Ты в порядке? Само собой, спасибо. Так, все, вроде стоит таймер. Таймер вроде стоит. Дальше. Не могу поверить, что он мертв. Ну вот давай ты еще сопли не будет. Я и раньше теряла людей. Так. Нам, ну как бы надо жить дальше. Надо жить дальше. Знаю. Знаю. Сейчас не время ныть. Мне не стоило возвращаться. А ты тут при чем? Я знала, что так случилось. Я знала. Я рада, что ты все-таки вернулась. Ну вот, видишь, сразу улыбаться стала. Пойду поищу что-нибудь, чтобы помочь тебе. Спасибо. Спасибо. Я больше не могу это терпеть. Сейчас что-то будет с ним. Чувствуешь себя лучше? Да. Не с твоей помощью. Ну и денек. Надо шевелиться. Если ты не против, мне бы не помешала помощь с грузовиком. Это дом просто сарай, но машина в неплохом состоянии. Пошли помогать. Сейчас будем механиками. Да, конечно, Кенни. Вот и молодец, дорогая. Буду ждать тебя на заднем дворе. Я за ним присмотрю. Ну? Чё такое? Чё опять? Клем. Просто будь осторожна. Типа, знаешь... Он не помог, я говорю, замерзла я, разведи костер. Насрать, он пошел просто вымещать злость. Что она сказала? Я знаю, что она обо мне. Тебе не стоило бить Арво. Знаю, я знаю, Клем, но Люк, мне плевать, не нужно было так делать. Боже, Клем, ты же меня знаешь, ты знаешь, что я не такой. Ты меня напугал, ты всех нас напугал, Кенни. Я больше так не буду. Обещаю. Обещаешь. Что было, то было. Но Энджи, мы нужны сейчас. Мы вместе пойдем к этой цели. Идет? Ну, давай проверим, можно ли завести грузовик. Майк.
Мой папаша в гараже постоянно ставил какая-нибудь рухлядь, которую... Он был тот еще сволочью, но он научил меня уважению. Джейн, чтобы поучиться у него. Какого ты уважению? Ты нихера никого не уважаешь. Она мне нравится, просто дай ей время. Может, ты права. Черт, сначала я тоже не знал, что делать с Ли. Конечно, она помогала мне и остальным больше раз, чем Джейн помогла нам в пути. Хорошо, поверни ключ. Ща поеду. Ща просто поеду. Куда? Вверх. Ага, никуда не поеду. Мы совсем рядом, Клем. Если нам повезет, я заведу эту колымагу, то мы сможем выехать на дорогу и проехать достаточно много. Веллингтон где-то там. Это слухи не могут быть на пустом. Ну окей. Я хочу сказать, что, черт знает что, кроме снега этой дырявой, там что-то там. Звучит отлично. У нас получится, Клем. Я знаю. Хорошо, поверни еще раз. Давай. Ну, ты повернула ключ? Да. Вот черт. Хороший ты механик, нихера починить не можешь. Мы его починим. Мы должны отправиться в путь, если мы хотим, чтобы LJ выжил. У нас мало времени. Я должен завести эту колымагу. Я попытался зарядить аккумулятор. Залезай в кабину. Я не хочу оставлять его с этой девчонкой. Ну как бы логично, если стартер не работает, что это, скорее всего, может быть аккумулятор. Что даже нету никакого зажигания. Мастер. Так, эскалатор. Генератор. Пойдем генератор посмотрим ключем. Может, можно будет что-то починить. Но люк, все, люка все нету. Что такое? Сломан. Замечательно. Пойдем Опа. Это все из-за тебя, сука. Ты, блядь, кабан 10-тонный. What do you want? Что ты хочешь? Я хоть просто хотел узнать, как ты. А как ты думаешь? Наверное, хорошо быть маленькой, симпатичной девчушкой. Никто не ожидает, что ты что-то выкинешь. Ты чё, охерела, блядь? Мы оба знаем, что у тебя был шанс спасти Люка. Мы оба знаем, что тогда случилось. Мне больше нечего тебе сказать. Ну и вали отсюда, нахер ты мне нужна, и куртку свою, сука, забери, конченую, блядь. И цвет мне ее не нравился, этой куртки, ясно? Петушачья курка, курка петушачья, ясно? Вот кто ты. И хлопнуть бы дверью в конце и сказать, пошла отсюда. Снимай, Клем, куртку, другую найду. Он, блядь, у Джейн заберу, скажу, дай сюда куртку. Буду байкером. Hey. Чё надо? Эй. Майк и Арва никак не заткнутся, поэтому... Они болтают? Они сейчас валят, я тебе уверен. Я уже видел этот взгляд. Да я тоже. Несколько раз. Тогда ты знаешь, что случится. Я знаю, что Кенни хороший человек, Клем. Боюсь, я бы сказал, что Карвер тоже когда-то был хорошим человеком. Наверное, у него была хорошая работа и симпатичная жена. А потом все это исчезло. И однажды он замолчил какого-то ребенка и понял, что это не мешает ему... Что? Ну, Кенни, это не Карвер. Кенни не Карвер. Он просто ошибся. Я тоже хочу сказать. Подумай, что случится, если ты ошибешься. Да ну нет, я не... Хотя...
Вы двое давно друг друга знаете. Рано или поздно вам придется решить, насколько это для вас важно. Кажется, он хочет есть или что-то еще. Так дайте пожрать ему. Выглядит как будто у тебя есть опыт. Это не ядерная физика. Кажется, я его сейчас уроню. Ладно, давай я буду держать ребенка. Что такое? Так посмотрела на него, как будто убить хочешь. Осталось немного. Когда давно я бегала с кое-какими людьми из Вашингтона, один попал в ловушку прямо посреди там... не помню, как его звали. Он звал меня Мэри Джейн, а я... Он был придурком. Так или иначе, парень застрял под машиной, а вокруг него... это Человек-паук был. Все по очереди пробовали спасти его. Питер Паркер. Это был Питер Паркер. Мы оставили 4 человек, пока его... Они должны были попытаться, верно? Почему нет? Я слишком поздно поняла, что его уже укусили. Он повернулся и... у него было такое выражение лица. Она просто смотрела вверх на небо, как будто наблюдала за нами. За кем-то. Слушай, Клем. Он починил грузовик. Она вела к тому, что Кенни уже не спасти, то есть его надо бросить. То есть сейчас мы его пытаемся спасти, его типа не надо спасать. Работает. Что я говорил? Да какой план? Как минимум на неделю. Давайте просто выберемся из этих субругов. Полностью поддерживаю. Согласна. Надо вернуться на юг. Что? Мы замерзнем до смерти. Не знаю, что это была идиотская идея идти сюда, но он ошибся. Она права. А что если вернемся в магазин Хау? Постой, что? Так черт, я больше... Техас? Какого хрена? Это была просто идея. Мы уже говорили об этом. Извини, говорили? Мы найдем Вашингтон, Веллингтон, верно, Клем? Веллингтон? Так. Я с Кенни, надо двигаться на север. Ну не просто же так. Да, черт возьми, Клем. Моя подруга Криста. Давным-давно она рассказывала мне о Веллингтоне, Джейн. Он где-то там. Слушайте, мне абсолютно плевать, что вы там думаете. Это я починю грузовик, и я буду решать, куда мы едем. А едем мы в чертово север. Это лучший шанс для того, чтобы помочь Эл-Джею. Эй-Джею. А как же Арбо? Кто? А, русский? Он с нами не поедет. Ты просто оставишь его здесь? Мне плевать, куда он пойдет, он больше не нужен. Стоит спросить у него, что он хочет. Отличная идея. Он знает местность, он может помочь нам. О да, помощь от него была навалом, он убил Люка. Не скажу, что он настолько сильно помог, но может, если бы ты не давил на него, он бы не побежал. Я не думал об этом, Кенни. В любом случае, я никуда не пойду посреди ночи. Я тоже. Где-то здесь нас может поджидать стадо ходячих. Ты хочешь, чтобы кровь этого ребенка вон ты... Мы все умрем здесь, если ты, блин, не успокоишься, Кенни. Вам не кажется, что для одного дня уже достаточно? Твою мать. Помнишь, когда последний раз у нее была рабочая машина, и мы сидели на сиденьях, Клем? Я иду внутрь. Так. Проклятие! Да просто промолчим. Кера ему там. Так, они что-то задумали. Смотри, он как-то как будто ей подмигнул что-то. Отойти или что-то. Ты видела? Ты видел? Видел? Я видел. Тебе лучше убить ему голову. Слышишь? Ради него. А, ты по... Типа ты что-то сделаешь? Почему все меня, Кенни, блядь? Ты должен убить ему. И он чё, ребенок, что ли? Черт побери, боже, проклятие! Вы же чертова! Вали отсюда нахрен! Это я! Клем! Извини, просто дай мне секунду.
Что ты там делаешь, блин? Глаз давишь себе. Закрой дверь. Что там? Ты можешь в это поверить, Клем? Я им чиню грузовик, они относятся ко мне как к дерьму. Я знаю, что Джейн заноза в заднице, но я думал, что хотя бы у Майка есть. Они боятся тебя, Кенни. Но если гениальный план заключается в том, чтобы бродить по лесу, им следует больше не... Ты слышал? Нам всем страшно. Слушай, у ребенка осталось еды, может быть, только на один день, и все. Клем, подумай о Ребекке и Элвине. Я хочу сказать, что если бы он не почесал половину Джорджии в поисках тебе, Ли, типа. Только людей умерло ради этого. Столько людей умерло, что... Да, может, не стоило. Не смей так говорить. Я тебя отшлепаю. Ля, ты хоть знаешь, что он пожертвовал ради тебя, а я? Черт возьми, это что-то да значит. Ты ж отшлепает. Ты погляди какой. Вот бы Ли был с нами. Как думаешь, что бы он сказал? Я думаю, он сказал бы мне не допускать расклада группы и держаться подальше от больших городов. Мы не можем просто бросить этого ребенка. Я хочу сказать, какой смысл продолжать... Вот что понимают такие люди, как Ли. И это то, что тоже, как Джей, никогда не поймут. Слушай, я знаю, что Вашингтон, Веллингтон может оказаться выдумкой, но нет дыма без огня. Криста тоже с огнем слышала, так? Знаешь, когда я впервые увидел тебя в домике, я подумал, что мне мерещится. И когда ты села рядом со мной, и мы с тобой разделили трапезу, я увидел, что ты стала другой, взрослой. Я почувствовал гордость, такую гордость, которую я давно не испытывал. Но ты мне нужна, Клем. Да, но мы не справимся в одиночку, нам нужны остальные. Вот почему я должен знать, что я могу на тебя положиться, Клем. Надо их убедить. Мы с тобой. Слушай, мы все решим утром. Идем, надо поспать. Мы должны быть готовы. Отшлепает меня, я до сих пор, он так и злостно так сказал, но отшлепает, не сказал, что побью. Отшлепает имеется в виду по жопе, наверное. Типа как ребенка. Что за звуки? Кого-то шлепают. Так. Что там? Ага. Ну и? Опа. Они хоть хотят... Что? Грузовик украсть? Или просто сидят, стоят? Их трое. Пойдем. Нож достань. Достань вот эту фигню. Достань нож, скажи, сука, уйдите от машины. Да они машину воруют. На, пистолет. Easy. Полегче, тише. Назад. Клем. Черт. Что ты делаешь? У меня остальное. Они обворовывают, Клем. Ах, они твари, блядь, все-таки, а? Мы просто уходим. Варва, стреляй. Не надо никого впутывать. Это все, что у нас есть. Вот вы животные. Слушай, Клем, нам надо смыться от этого парня. Ладно? От кого? От Кенни? Клем, черт, просто у нас на это нет времени. Давай, Майк, пора уходить. А, да? И что ты сделаешь? Стреляй. Стреляй в того, у кого оружие. Ладно, Клем.
Оставляйте все и вали. Куда ты пошел, а? Так. Почему ты это делаешь? Он не оставил нам выбора. Он злой человек. Ля. Ах ты сука. Да стреляй ты уже! Этот подходит, просто дай мне пистолет. Он сейчас и пистолет. Пригрозить. Стрелять буду. Ну вот. Ну вот. Стреляй! В смысле ты пистолет отдавал? Все в порядке. Ах ты мразь какая, блядь. Очкастая, сука, глиста. Клем. Господи боже. О боже, мать, нам надо уходить. Просто оставь ее. Еще одна мразь. О боже мой, Клем. Что вы натворили? Клем. Что вы наделали? Клем. Ах они твари. Я бы на месте Клементины, честно, первым делом я бы стрельнул, блядь, этому дебилу, у которого оружие. Опа, все, я умер? Блядь, Ли. Ли? Ли? Это просто плохой сон, милая. What was it about? Что тебе приснилось? Duck? Duck? He's bit. Его укусили. We don't know how this works yet. Мы пока не знаем, как это действует. Может, это похоже на простуду. Так это было в первом сезоне, получается. Может, ей все приснилось? Maybe she can help him. He's going to die. Он умрет, я знаю. You don't know that? Ты это не можешь знать наверняка. Он, Кенни. Я плохо себя чувствую. Why? Почему? Я называла его плохой, когда предложила жуков его под подушку. Okay, о, ничего страшного, дорогая, ты же не нарочно. Ну, в смысле, под подушку жуков ложить не нарочно? Случайно, блядь, подкинула. Ли? Почему Лили поступила так с Карли? Я не знаю. Она была расстроена, Клем. Иногда это выводит людей из себя. Это идиотская причина. Ты права. Так и есть. Клем, люди не всегда поступают разумно. Это почему? Потому что некоторые могут случиться с каждым. Плохое может. И после этого трудно держать себя в руках. Но это про что? Это сейчас про Кенни получается, да? Как думаешь, стоит разрешить Лили остаться? Нет. Я так не думаю. Я не знаю. Было нелегко. Я не знаю, правильно ли поступили. И как это узнать? Ну, это не математика, Клем. Иногда правильного ответа просто нет. Ненавижу математику. Я тоже, милая. Да, но вырасти значит в том числе научиться выбирать то, что хорошо для твоих близких. Это может причинить боль кому-то другому. Я не хочу никому причинять боль. Это не просто. Не страшно, Ли? Что мне сказать, чтобы тебе стало легче? Что ты меня не бросишь. О, никогда, обещаю. Врун. Все будет хорошо.
Ну вот нахрена это сделали? Ну скажи мне, ну я... А если давай попробую поспать? Зачем это сделали? Хорошо ли? Я только от этого отошел от первого сезона. Так я умер или нет? Ну? А, живой, прикинь. Слева. Помедленнее. Заткнись. Она очнулась. А он мне плечо ёбнул. Сука, крыса. Эй, привет, Клем. О, слава богу. Что случилось? Этот гнусный русский подстрелил тебя. Нам пришлось завести грузовик, чтобы смотреть, как ты себя чувствуешь. Больно. А все будет в порядке, должно быть, прошло на вылет. Ты будешь в порядке. Вот сукины дети, я ожидал такого от русских. Но Майк! Видимо, что он что-то замышляет. И стоят отбросами, как они. Бонни в порядке? Они ушли пешком. Им не удалось забрать с собой младенца. Теперь, когда Клем очнулась, надо обсудить, куда мы направляемся на север. А если искать верит, ты мне болтаешь, что у тебя есть план получше? Мы направляемся на юг. Так, Бонни сказала, что там есть еще смесь. Веллингтон, той стороне, надо продолжать искать Джейн. Клем, она все решила, Джейн. Клем, пожалуйста, это самоубийство. Почему ты не даешь ей хоть раз подумать своей головой? А ты почему? Я? Слушай, даже если это место где-то здесь, мы можем искать его неделями, а магазин Хау вернуться за один день. Знаешь что, мы повернем только тогда, когда ты снимешь с руля мои холодные мертвые руки. Как тебе эта идея? Какая разница, я сдаюсь. Убери руки, слышишь ты, да дай хоть что-то сделать. Давай сыграем игру, Клем. Когда я смотрю по сторонам, то вижу придурка. Твоя очередь, повзрослей. Да не трогай ее, задолбал. Я не вижу чертову дорогу. Последнее время ты вообще много чего из-за этого не видишь. Заткни свою поганую пасть. Я больше не играю с тобой, Джейн. Пошел ты нахрен, ты ни хрена обо мне не знаешь. О, я прекрасно знаю, что ты себя представляешь. Ничего, всем на тебя плевать. И тебе плевать на всех, кроме себя. Поэтому ты ничтожество. Что с тобой такое? Дело в твоей семье, да? Не надо. Это они, так? Да во вас, заткнитесь, задрали. Не лезь в это, Клем. Не указывай ей. Слушай меня, скажи еще хоть слово моей семье, и я тебя прикончу. Боже, как же мне достал этот горе-воин. Просто притормози, это... Что? Снова сбегаешь? Вот так сновость. Ты все равно думаешь только о себе, верно? А где ты был, когда Сарита укусили? А? Где ты был? Я был там. Я не мог, черт побери, я любил эту женщину. Кто может тебя полюбить? Посмотри на себя. Никто не виноват в том, что эти люди умерли. Мы все хотели быть вместе, просто все пошло наперекосяк. Но мы обязаны почтить их память, используя все шансы, чтобы выжить. Мне жаль, Клем, но я не больше не могу слышать эту хрень. О, это чувство взаимно. Знаешь, что говорю о таких, как ты, Кенни? Вы как бомба замедленного действия, а вас все шепчется за спиною. Потому что боятся вас. Это неправда. Майк, Бонни, Сарита. Ты врешь, это неправда. Все вокруг тебя знают, что рано или поздно погибнут. Сарита знала это. Я знаю это. И Клементина тоже. Я говорил тебе не упоминать мою семью. Пошел ты. Ты кусок дерьма. Иди к дьяволу, сукин сын. Господи. Вы не задрали, сука. Ты в порядке? Я в порядке. Как и Джей, он в порядке. Уверен? Да. Клем, ты в порядке? Да. Кенни, подожди, тише. Поезжай вперед.
В одной из этих машин может припасы. Я не У нас почти не осталось топлива, выбора нет. Когда я крикну, что все нормально, подъезжайте ближе. В любом случае, я постараюсь встретить тебя там. Кенни. Так. Вот придурок. Боже, я больше не могу. Вы оба дебилы. Клем, рядом с тобой любой потеряет контроль. Ты же знаешь. Клем, мы можем уйти прямо сейчас. Серьезно? А как же Эй-Джей? Слушай, я знаю, что мы близки, но Кенни бы его не отдал. Это наш шанс, Клем. Тебе никогда не хотелось попробовать что там происходит? Идет снег, почему они двигаются? Наверное, еще недостаточно холодно. Вытаскивай нас отсюда, я не умею водить. Видишь педаль на полу? Нажми на нее. Ладно, нажмем. Нажал. Отожми, блин. Да ёпта мать, ты чё? Нажали, блядь. Машину. Дверь заклинила. На. Их еще больше. Она меня бросила. А, нет, ты не бросила. Давай, выходи. А как выйти-то? Выйди. А, во, выйти. Я думал, как выйти? Джейн! Джейн, wait! Джейн, подожди! Вот так вот, да? А я ранена! Тебя не в курсе, не смущает это, да? На! Джейн! Ребенка надо слушать. Один дебил. Второй дебил. Это все, кто остались. Нет, ну знаешь, Кенни более неадекватный, чем Джейн, как по мне. Она любит доводить. Но она как бы... она не опасна. Вот она типа любит просто доводить. Она может бросить. А это типа может за любое слово, типа если что-то не так, какое-то действие не так, убить. Ну типа он опасный, он как бы... обещал больше не срываться, но в итоге... в итоге сейчас срывается. Хотя он же не бил никого. Он имеется в виду, что... он не будет никого бить. Так, один. Вот он, вижу. Я вообще не вижу, что происходит. Куда иду? Я себя-то не вижу. Куда-то иду. А, вот она я. А я думал, где я нахожусь. А куда я иду? Куда-то по краешку иду. На. Упала. Так, пошли. Куда-то опять идем. Долго я буду так идти? О, что-то просвечивается. Смотри, там что-то есть. Идем сюда. Бросили, кинули оба. Вот она, я же говорю, что-то просвечивается. Она сама идет или мне опять идти надо? Мне опять идти надо. Ну, наконец-то я что-то вижу. Так. Стоянка.
Идет к стоянке? Да, идет. Заходи. Джейн? Джейн? Кенни. Опа, Кенни. Ты в порядке? Да. Где он? Где ребенок? Он с ней. Ты оставила с ней? Джейн! Сука, побежал. Ну я не буду орать, то что он просто орет Джейн. Подожди. О, слава богу. Джейн, you okay? Джейн, ты в порядке? Where's the kid? Где ребенок? Где, блядь? Куда ты его дела? Скушала, блядь. Where is he? Где он? He's... Он... What are you saying? Что ты такое говоришь? No. Нет. No. Нет. No. Not again. Только не снова. Not не again. Опять. Клем, посмотри на меня. Не важно, что происходит, просто оставайся в стороне. Okay? Ладно. Me, просто доверься мне. Остался в стороне. От чего? Ты должна мне верить. Really ты увидишь, что он... что? Так. Кенни, успокойся, только без глупостей. Уйди с моей дороги. Как ты могла убить ребенка, мать твою? Я его не убивал, это был несчастный случай. Чушь собачья. Леон сорвался, сука. Я предупреждаю. С меня хватит разговоров, Клем. Клем, отойди. Нет, он неадекватен, он все. Вот так, если бы я потерял, он же у меня убил. Не приближайся ко мне, сукин ты сын. На. Вот. Иди нахрен. Он ее душит. Давай. На. Нихера она ему. Да пусть его добивает. На. Боже мой. Есть. Кусок говна. Что-то там я не вижу. Между ними. Ты виноват. Я не вижу ни хрена, что здесь происходит. Убью, тварь. Она что происходит там вообще? Она его что, снег его жрет, да? Че, она его просто херачит. Давай уже. Ауч. Чертова, где-то убийца. Кровь пошла. Так, нет, его надо стрелять. Все. Все. Убивать. Бери пистолет и убивай. Он неадекватен. Он убьет и меня. Он и Клементину убьет, если что-то случится. Никак бы это не хотелось, но в первом сезоне он неадекватен был. Сейчас то же самое. Так, застрелить. Да. На. Ну а ты да выебывалась. Ты в порядке? Yeah. Да. Да, кажется. Yeah, I think so.
Клем, он живой еще. You made the right choice. Ты поступила правильно. I let you down. Я вас подвел. I let everyone down. Я всех подвел. Зачем ты заставил меня это сделать? I'm sorry, Clementine. Прости, Клементина. We almost made it. Нам почти удалось. We were close, weren't we? Мы почти справились, правда? Я думал, что хочу этого. Я умолял об этом столько раз. Теперь, когда это происходит, мне страшно. Мне страшно, Клем. Зачем ты это сделал? Мне очень жаль, милая. Мне так жаль. Это что? В смысле? В смысле, блять, он жив? Лиана конченая, она его специально вывела. И мне пришлось его убить. А могли бы все жить, если бы она это не сделала. Ты цел? Он жив. Я понимаю, если ты это... Джей никогда ничего не угрожала. Я просто хотела попробовать уговорить тебя пойти со мной. И просто подумала, что если ты увидишь Кенни таким, ты поймешь, что надо его бросить. Послушай, Клем, мне жаль. Ты спятила, блядь? Расстроена? Да ты спятила, как ты могла это сделать? Мне пришлось, Клем. Ты видела его рожу. Я должна была показать тебе, на что он способен. Подвергла Джей опасности, убила моего друга. Просто чтобы доказать свою правоту? Это был глупый план. Мне не следовало тебя обманывать. Но я решила, что это единственный способ заставить тебя поверить мне. Господи. Кенни, ты должна простить меня. Пожалуйста. Мы можем просто оставить все это в... Пожалуйста. Я это сделал ради тебя, Клем. Я одна не справлюсь. Я прощаю тебя, Джейн. Я одна с ребенком не справлюсь. Спасибо. Спасибо, Клем. Ты была права насчет Кенни. С самого начала ты знала, что он сделает. Все позади, Клем. Давай просто оставим все это в прошлом. Я бы ушел, серьезно, но у меня кровь идет, я ранен, и еще с ребенком я просто не выживу. Сама. Сам. Мне нужна ее помощь. Чтобы она хотя бы добывала еду. Я думаю, с этой раной я даже не смогу от ходячего избавиться. Типа, патроны же не бесконечные. Надо как бы думать логически. Ну, насчет Кенни, она с одной стороны права, он как бы, он обещал не этого. Она говорит, развела это, может быть, меня, то есть Клементину. Вот, допустим, что-то случилось, и Клементина скажет, это несчастный случай. И она вас произвела, что будет Кенни делать. То есть он был, также сделал и 9 дней спустя. Он также сделал с Клементиной, только я бы не справилась. А, мы вернулись. Отсюда мало что видно. Пойдем. Ага. Так кто? А, Карвер. Я даже не знаю, как вы могли на это смотреть. Ну, как бы промолчу. Вот еда. Клем, вот молочная смесь. Бонни была права.
Greenhouse is in good shape. Теплица в хорошем состоянии. You know, maybe we should stay here. Знаешь, может, нам стоит задержаться здесь ненадолго? Ты как думаешь? Пожалуйста, что? Clem. Там кто-то есть. Клем? Кто там? Ля, люди. Пойдем. They don't look armed. Кажется, они с оружием. This your place? Это твое место? It's big. Тихо. Yeah, it is. Да, это оно. Really? Серьезно? Yeah. Да, поч... А что? Help. Нам My нужна boy, помощь. He... О боже, он делал мой этот, ребенок, он делал, что с ним? Слушай, не волнуйся, он не кусается, просто голодный. Мы в пути много дней. Если мы пару... Нам нужно немного еды. Перевод плохой. Это твой ребенок? Где вы были двое? Тебе какое дело? Я ничего такого не имею в виду. Everywhere. Везде. Повсюду. You, вы были на севере? Yeah. Да. Yeah, да, мы тоже. Не спускай с него глаз. Над этим местом нужно хорошо поработать. Yeah. Да? Yeah, мы можем тебе помочь. Нам не так много еды Please. Осталось. Пожалуйста. Мы не продержимся здесь еще одну ночь. Look. Слушай, я понимаю, что ты нас не знаешь, и если говорят, но я прошу тебя, как отец, пожалуйста, не прогоняй нас. Я не знаю, Клем. Они могут быть кем угодно. Разве мы хотим снова через это пройти? Надо собирать группу, если они хорошие. Они, если мы их прогоним, они сейчас будут... Ладно, давай, он будет стрелять. Ходи. Видишь, он уже оружие держал, чтобы застрелить. С той стороны. Он держал уже оружие, чтобы стрелять. Ты уверена? Придется хорошенько пробовать. Возможно, здесь будет положено начало чему-то хорошему, Джейн. Выглядит не очень. Но мы все поправим. Just keep your eyes on him. Просто не спускай с него глаз, все будет в порядке. Ну это семья, правда, это что не это, вряд ли они будут атаковать. А что так идет, как будто он какой-то обосранный? Меня зовут Петриция. Джейн, спасибо, Джейн. Не стоит благодарности. Огромное спасибо. Конечно. Вон, видишь, сзади пистолет. Кухэд. Что? Кахедла? Что Кахед? Yeah. Thanks. Да, спасибо. А, наверное, сказал спасибо. Или что? А, не, она сказала... Я не знаю, что он сказал. Сказал Кахет. Закончился эпизод, да? Роберт Киркман. Ну, это эти... Да, закончился эпизод. Так, вы... Так, та-та-та-та-та-та-та-та. Вин. То почему всегда текст размером, точнее не размером, а цветом с фоном? Неужели нельзя сделать белый текст? Как это читать, блядь? Ну ладно, на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, на телеграм, ставьте лайки, пишите комментарии и всем до встречи в новых видео.